Когда люди говорят, что футболисты там много зарабатывают, транжиры и прочее. На твой взгляд, люди оправданно хают футболистов за то, что у них огромные зарплаты? Ну, это такая тема, конечно. Люди, если хают, то ты хоть что сейчас скажи, наверное, их мнение не поменяется. Mm-hmm. Я, когда меня так спрашивали, я помню, услышал ответ одного человека взрослого, кто вам мешает? Кто там мешал, допустим, конкретному человеку, который спрашивал, там, парню? Я говорю, кто тебе мешал, как я, там, ходить на тренировки, пешком минус 30 тренироваться? Кто тебе мешал, там, скажем так, меньше учиться, но больше тренироваться? Кто тебе мешал ездить на сборы, на сборах, скажем так, умирать чисто физически, потому что это очень тяжело, и получать за это деньги? Почему ты это не выбрал, если ты считаешь, что это легкие деньги? То есть каждый труд, он оплачивается. То есть мы же не выбрали себе эти зарплаты. То есть нет такого, что я пришел и такой, я хочу зарабатывать столько.